Скоро Новый год. О, смотрите, меня снимает оператор. Или всем привет, какие у меня прикольные ушки, видите? Снимаем все и всех. Скрыться от камер наших смартфонов сегодня невозможно. Под них попадают и будущие символы Нового года. Кстати, собаки оказались довольно фотогеничными. Хотя эта хаски, похоже, не очень любит публичность. Звезда устала. А вот французский бульдог прославился своим смехом. Собака-ржака, так прозвали щенка в интернете. Четвероногие символы будущего года не прочь и потанцевать под дискотеку 80-х. Как говорится, you my heart, you my soul. В интернете есть даже блоги про жизнь собак. Вот, например, автор хотел показать, как его питомцы впрыщают блины, но тут что-то пошло не так. Ну, Тайга, ну что ж ты портишь? Сидеть! Но от этого любовь собак к нам, похоже, не иссякает. Мишка, I love you. I love you. Иногда, исполняя наши поручения, они сталкиваются с неразрешимыми задачами. Такие веселые, немного неуклюжие и преданные собаки во всемирной паутине. Какие в жизни, такие и на экране. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.